Все происходящее зафиксировала камера наблюдения. 8 вечера. Видно, что по улице прогуливаются люди. Вот идет мужчина с ребенком. Автомобиль – большой черный Мерседес. Сдает назад и дальше по диагонали врезается в стоящую на другой стороне дороги легковушку. Мужчину буквально выносит на тротуар. Водитель только чудом не пострадал. А виновник продолжает движение по дороге, круша буквально все на своем пути. В итоге его автомобиль врезается в еще одну машину и останавливается окончательно. Это произошло за несколько метров до перекрестка, где люди переходили дорогу. Виновник серии ДТП попытался сбежать, но его поймали очевидцы. Вследствие массовой аварии прохожие сняли на свои мобильники. На отрезке в сотню метров водитель умудрился протаранить 13 машин. Когда полицейские приехали на место, выяснили, что в машине мирно спит их коллега, инспектор ДПС отдела ГИБДД Адмиралтейского района. Водитель от прохождения медицинского свидетельствования отказался. В отношении него составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль был помещен на спецплощадку. В отношении виновника ДТП руководство УМВД России провело служебную проверку. По ее результатам принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Теперь уже бывшего полицейского ждет суд и выплата многомиллионных компенсаций. Уж за страховыми компаниями не заржавеет. Установлено, что инспектор был пьян настолько, что вообще слабо понимал, что происходит вокруг. Не менее любопытно, что сесть за руль в таком невменяемом состоянии он решил в тот самый вечер, когда его коллеги проводили по всему городу рейд «Нетрезвый водитель».